соперником. Сегодня продолжим снимать Майнкрафт на диване. Я только что снимал видео, но оно прервалось. Поэтому так вот. Наша задача сегодня добыть как можно больше металла и построить чуть больше дома. Построить больше второй этаж, там первый этаж. Ну, чтобы было все красиво. Так, тут я уже скопила маленькую шахту. И вот копаю плоские металлы. Я понятия не имею, где его можно достать. Почему он не добывается? Где тут есть металл? Я в него и раньше тоже играл. Но уже за редко. Так что вряд ли мы его сегодня найдем. Пусть остается, она будет типа как в эту комнату. Так что нормально. А ой. Случайненько. У нас дом был просторный, в нем было хоть жить приятно. Сейчас построим еще немножечко и все.
отрывается. Тут можно еще стенку доделать. Да и все получается. А, и крышу. Ладно, разочек так сделаю потом. Потом это все уже доделаем. Майнкрафт, все-таки тут прикольно. Так, стоп, мы же теперь не сможем домой войти. Так, через крышу. Прикол. Не знал. Ладно. Теперь наша задача построить туда ход. Так, чтобы еще как. Круто, чё? Стене привезти. Какой я профессиональный строитель. Вообще прям. Ну ладно, сейчас исправлю. Типа это такой дизайн. Так оно было запланировано. А теперь просто, да блин, теперь просто вот тут вот сделаем. Ну и все. Второй этаж, тут что-то делаем крышу. Ну, почти готово.
дом. Конечно, дизайн такой себе. А хотя бы чужого уже сделаем. Тут у нас шкаф. Только, правда, немного с отверстием. Ну, это вентиляция. Готов дом. Ну, вот так. Сейчас покажу прикольно. Выхода нету. Ну, кому оно надо? Ну все, красота. Да вообще. Ну все, теперь красиво и хорошо. Дом я построил, вот такой вот. Увеличу его, может еще балкончик сейчас сделаю. Кстати, идея реально, давай сделаем балкончик. Немного другая идея. Вот такая. Все, балкон готов. Осталось только украсить. Все. Хотя еще дерево бы нарубить. Толчек будет. За 15 минут успели сделать дополнение к дому, причем хорошее.
Сейчас еще сделаем дверь. На балкон. Ну, а что не мерзнуть? Готово. Это мы так заделаем. Или вообще уберем. Ну все. Теперь у нас есть балкон. Хорошее дополнение к дому. Даже шкафчик. Не знаю, зачем он нам. Хотя люки ж можно сделать. Сейчас прикол покажу. Все, ну типа полочка. Так, можно зайти сюда. И спрятаться. Вот как бомбоубежище какое-то. Да блин, прикалывайтесь. Ну и все, даже есть вентиляция. Теперь много теперь сделать. Если у вас есть идеи, что можно здесь построить, или может создать новый мир, в котором я буду в креативе бегать и там строить какие-то крутые постройки. Если у вас есть идеи, что построить, то пишите, я все сделаю, все построю. На любое видео пишите. Построю, что вам хочется. Так, наше обычное. Каждый день у нас такое. Если кто-то в Украине, и у кого-то тоже каждый день, сочувствую. Ну, все, построил. Теперь надо ложиться спать. О, житель. Житель, советую тебе бежать отсюда. Иначе будет нехорошо. Хотя, давайте за ним посмотрим. Интересно, все-таки что с ним будет? Достанут ли его зомби? И что с ним вообще будет? Красиво здесь. Зимний биом. Красота. Ну все, я спать. И все, что так быстро. Надо, чтобы там 3 часа он спал. Второй топ. Я шучу. Ну, красота. Ничего не скажешь. Сейчас в Майнкрафте что-то сюда такое, знаешь, прилетит. Такой папа. Все, я уже уйду. Вот так вот. Ну а теперь сейчас я хочу кое-что вам рассказать еще из реальности. Поскольку я живу в Украине, и у нас тут есть как бы плановое выключение света. И я не могу снимать постоянно. Я бы, может, и снимал бы там, когда свет отключен, что-то интересное. Но иногда бывает, что телефон вообще садится быстро и как бы все. Вот считай, недавно было 100%, уже раз 36. И тем более сейчас у нас вот это. Сейчас. Открою окно, покажу. Может, слышно. Но у нас тревога. Вот так.
Майнкрафте тогда тоже будет тревога. Надо что-то придумать тоже интересное в Майнкрафте. Может, там город создать какой-то. То есть создать второй мир и в нем там строить город. Может, красиво будет. Там скачать какие-то постройки. Может, мод какой-то интересный скачать. Вы пишите, я скачаю, если что, посмотрю. Там, может, мод на поезда, там, или на оружие, или на машины какие-то. Что вам интересно, вы пишите сразу. Что вам будет интересно посмотреть? Ну, все, получается. Построили нормально так. А металл давайте попробуем добить в следующей серии, потому что я уже не знаю. О, житель. Привет. Что ты чем торгуешь? Стоять. Не отпускал. Чем торгуешь? Стоять. Ни хрена ты жадный. За кусочек льда торгует. 6 получается изумрудов, ты ему даешь, он тебе кусочек льда. Ну поменяли изумруд на синечку. Ты чё? Где его ламы? Короче, фиг с ним. Всё. Я иду. Сюда я тут буду прятаться. Вот так вот. И дышать свежим воздухом буду. Ну, а вам я желаю удачи. Подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить новых видео. Всем пока.